Всем добрый день. Шпанировка. Занимаемся шпанировкой, или как по-научному правильно называть, шпанирование, да? Так, заклеили детальку одну. С одной стороны ясень, с другой стороны дуб. Сейчас покажу, какой у нас, дуб. Вот такой дуб. Специально здесь выемки такие, убойные, сучки. Потом все это дело черной шпаклевкой будем заделывать, да? Значит, какие возникают моменты? Какие-то моменты, в принципе, здесь все понятно, но немножко объясню. Значит, чтобы вот эти вот края сбить их, да, можно многие способы брать. Можно, например, там взять фрезер, окантовочную фрезу, поставить с подшипником и просто ручным фрезером окантовочным все это дело, такие вот аккуратненько их брать. Можно. Можно как-то, я раньше там и ножом их срезал, потом какой-то специально даже рубанок делал, такой угловатый, чтобы их снимать. Но сейчас я поступаю намного проще. Значит, обычно в таких случаях, да, мы даем запас. Например, по 5 мм, там немножко даже больше иной раз. Просто по черновому даем запас. Почему? Потому что вот клей, который здесь есть, да, чтобы его не счищать, намного легче потом его просто обрезать. Намного легче. То есть получается у нас заготовка черновая, соответственно, нам слишком большого качества здесь краев не надо на шпоне, то есть его нужно просто срезать. Самое проще, что последним временем пользуюсь, беру вот такой вот рашпиль и просто срезаю. Вот. Беру под угол, так вот ставлю и просто его срубаю. Вот и все. Просто нужно так его брать под угол немножко, да, чтобы он просто ломался. Вот. Вот здесь уже даже. Ладно. Или, например, снизу, да. Намного проще, быстро, просто, дешево. И так, все. Как я уже говорил, что у нас это размер не чистовой, по миллиметра 5, даже немножко, в этом случае даже будет больше, он будет еще обрезаться, так что слишком не заморачиваться с дорогими инструментами, вот простой рашпиль какой-то, я-то, по-моему, даже, ну, не суть важно, просто их типа срезаете, просто, быстро, дешево, сердито и надежно. Так, все, до свидания, всего доброго, удачи в работе.